Арт-центр «Квартира» презентує новий психологічний проєкт «Розмови про особисте». В його рамках уже виступала із лекцією Олена Рихальська, психотерапевт, кандидат психологічних наук, тренер в області психології успіху та сімейної психотерапії. Олена є автором книги «Любов в житті жінки». І зараз Олена готується до другої лекції в Дніпропетровську, орієнтованої саме на жіночу аудиторію. Загалом буде 10 майстер-класів, а просто зараз Олена Рихальська – моя гостя. Ірина Геральдовна, здравствуйте. Артур, здравствуйте. Ну і так, в принципі, конечно, было бы логичнее, если бы с вами общалась моя коллега Елена Кальянова. Но тем не менее, мне тоже интересно послушать, что ж там за успехи такие должны быть у женщины, чтобы она, собственно говоря, послушав ваши лекции, стала понимать мужчину лучше. Вы знаете, Артур, я думаю, наоборот, мне повезло, потому что я общаюсь с мужчиной, мужчина будет задавать более глубинные вопросы. Надеюсь. Вот, давайте попробуем. Что значит успех? Вообще успех – это позиция больше социальной плоскости. Успешная женщина в семейной жизни – это чуть-чуть такой же, опять же, семейный стереотип, и я пытаюсь отойти от этого, потому что, по большому счету, женщина должна быть счастливой, а не успешной в личной жизни. Вот. И для этого, прежде всего, она должна отходить от тех манипуляций, которым учат последние лет 10-20 наших женщин. Итак, ваш курс рассчитан на 10 лекций. Вот эта вот вторая лекция посвящена чему конкретно? Это одна из моих любимых лекций. Это на самом деле лекция, которая уже на основе моей второй книги. У нее несколько для многих пугающее название, но я считаю, что его пугаться нельзя. Лекция будет о субличности жертвы внутри женщины, которая мешает по большому счету быть счастливой. То есть когда женщина в первую очередь включает в себе те механизмы, которые мешают, любить мужчину, б, это уже второе, быть успешной в профессии. То есть, по большому счету, принято считать, что женщина – жертва, и она внутри себя жертва. То есть, за счет этого вы пытаетесь сказать, что вот все ее проблемы. То есть, не потому, что она жертва в обществе, жертва в семье, а она жертва по отношению к самой себе. Так я правильно понимаю? Вот хорошо, что я говорю с мужчиной, это очень хороший вопрос. Отвечаю. Жертвой может быть и мужчина, по большому счету, но сама субличность жертвы, она основана на том неком женском начале, которое присутствует и в мужчине, и в женщине. Если, допустим, мужчина жертва, то значит у него развито вот то самое инфантильное понятие, которое, собственно, и не дает ему хороших достижений в развитии мужского начала. Если это развито у женщины, вы, мужчина, это любите называть истеричка, дура и все остальное. Но я еще не обо всем сказала, это очень важная вещь. Не каждая женщина жертва, хотя в каждой женщине присутствует эта возможность. Есть три категории жертвы. Первая – это та, которая, я ее называю, ситуативная. Это когда вы в своей жене находите какую-то такую эмоциональную ахиллесовую пяту и ей манипулируете. Допустим, вы ей говорите: «Ты меня не понимаешь», или «Ты ни на что не способна», или «Ты плохая мать». Без палочки. И именно на это женщина реагирует и ведет себя несколько по-другому. Это ситуативная. Вторая жертва, это я ее так называю, «Ищите мужчину». То есть когда женщина была, ну, условно нормальная, но попался ей некий такой 105-й подонок, который все-таки психику ее разрушил. Вот здесь уже есть о чем поговорить более предметно. Это, ну, у нас времени не хватит в эфире для этого, да, это вот в четверг. А третье – это мамы, папы. Там просто нужно осознать, не нужно сейчас, я на самом деле против какого-то, знаете, уже на сегодняшний день психоанализа, длящегося там годами, пятилетиями. Папа, мама были жертвой, или там вы поняли, что это идет оттуда, осознали, взяли на себя ответственность, поняли, где эти кнопки в вас, и пошли дальше. То есть вот именно за счет генетики вы пытаетесь сказать, что то, есть, то, что запомнилось с детства... Генетика ни в коем случае. Генетика – это чуть-чуть другое. Это воспитание, и скорее, да, вот та социальная плоскость и окружение, в которой воспитывалась девочка, мальчик.
Вот если говорить о современной женщине в семье, в первую очередь, я не говорю сейчас в карьерном росте, принято считать, что вот она шея, мужчина голова. Наверное, большинство проблем у женщин в семье происходит, когда она начинает путать вот эти вот функции и становится и головой, и шеей, и так далее. Как считаете, как психолог? Тут я с вами согласна, потому что женщина, правда, если брать эту метафору, отличная шея, мужчина хорошая голова. Но женщине нужно выбрать, понять, почувствовать и начать жить с правильной головой, а мужчине с подходящей ему шеей. Тогда все будет хорошо. Одна из ваших 10 лекций, вот она мне 100% понравилась, и хотелось бы услышать ответ. Типология мужчин. Кто-то разрушит вашу жизнь, а с кем можно жить долго и счастливо? То есть, что здесь будет вот, на самом деле? Мною за 20 лет работы выделено определенное количество типажей, извините сейчас, ну, я это так формулирую, научные люди меня поймут, мужчин-невротиков, которые в любом случае разрушат женщину, независимо от того, какой бы она хорошая ни была, какой бы она понятливая ни была, любящей, нежной, ну, собственно, в чем и постать женщины. И в этой лекции описаны все эти типы мужчин, и даются тесты, которые позволяют понять редкую вот эту ситуацию, когда не я виновата, а просто, знаете, как у меня в книжке есть такая фраза, в жизни женщины должен встретиться хоть один раз такой, опять же, хороший подонок, который ей даст возможность понять, что там горит красная кнопка, и туда больше не нужно, потому что ни к чему хорошему он не приведет. Вот, эта кнопка, она срабатывает, и женщина больше на этих невротиков не идет, а идет на психологически зрелых мужчин, которые готовы к длительным отношениям, способны взять на себя ответственность. То есть, то, что нам и нужно женщинам, чтобы мы раскрылись и были для вас самыми лучшими. Но если говорить, не манипулируя вами. Да, если говорить о женщине в 21 веке, то она в большей степени все-таки манипулятор по отношению к мужчине или самостоятельная личность? Понимаете, самостоятельная личность — это правильно, потому что мужчина и женщина для хороших отношений, развитых, да, развивающихся, должны идентифицироваться с друг с другом. То есть, получается, должно быть два самостоятельных «я», которые складываются в «мы». Если нет женщины, ее самоидентификации, или нет мужчины, «я» плюс «ноль» в «мы» не сложится. Но очень многие женщины сейчас, к сожалению, запутались. Им рассказывают, что нужно иметь хорошую карьеру. При этом, ну, я очень быстро говорю, поэтому некоторые такие утрированные вещи буду использовать. При этом, как я говорю, на свои боксерские перчатки нужно быстренько одеть какие-нибудь рюшики и показать, что ты кошечка. Это кумедно, это смешно, нормальные мужчины это видят, и это не работает. Каждый мыльный пузырь лопается, поэтому женщине нужно прежде всего, и сейчас это не феминистическое, я против феминизма, нужно найти себя, и на нее придет мужчина. Мужчин искать не нужно. Сейчас половина литературы, знаете, на что настроена? Как найти? Где они водятся, да. Как его там принцип поймать, на белом коне. И как потом им манипулировать, чтобы он делал то, что вы хотите. Женщина от этого счастливее не будет. Она не будет счастлива, нас... когда мужчина сам даст. Я не права? Так много у нас с вами времени, но меня интересует, меняется ли судьба женщин после вот ваших занятий, если так вот подвести итог? Ну, было бы глупо, если бы я сказала нет, конечно, да, но тут есть один нюанс. Если люди пришли просто послушать, это одно, да. А если они готовы, это другое. То есть я даю механизмы. Методика отработана 20 годами. У меня в методике четкие механизмы, но все построены на самоидентификации. Это очень важно. Или есть еще категория женщин, которые вот мне там пишут, звонят и говорят, сразу после тренинга все изменилось. Но это только в том случае, если женщина самостоятельно уже прошла определенную работу, да, и ей не хватало только там вот какой-то последней информации. Меняется. Ну, вы женаты? Я...
Да. Не единожды, как в песне поется, помните? И каждый раз, раз счастлив. Да, да, удачно. И каждый раз счастлив. Ну вот, поэтому, приглашайте последнее. Приглашайте вы на свою лекцию, пусть женщины Днепропетровска придут, чему-то научатся. Вы знаете, я и мужчин приглашаю, потому что это очень важно слышать. Мы ничего не скрываем, это то, что необходимо знать и мужчинам, но только если они не боятся. Если мужчины боятся, пусть они ходят на какие-то лекции, которые ведут мужчины. Потому что они, вы друг в друге лучше разбираетесь. По очереди с вами в арт-квартире этим заниматься. Итак, все-таки, когда ваша лекция и где? В четверг, 23 числа, в 19:00 в арт-квартире. Вы придете? Дякую, якщо не буде ефіру, то завітаю. Тримайтеся, сподіваюся, що ми зустрінемось у цій студії ще раз. Тримайтесь. Спасибо. Отже, 23 січня, вулиця Красна, площа 3, арт-центр «Квартира», майстер-клас від Олени Рихальської, другий із 10-денного циклу проєкту «Розмови про особисте». Щойно увімкнули телевізор? Тоді за деталями йдіть на наш сайт 9channel.com на сторінку «Наші гості». А я продовжую.